Ковид-ограничения стали мягче. В 2022 году детские оздоровительные лагеря вновь разрешили заполнять на 100%. Еще одна хорошая новость – отправить ребенка на отдых можно без удара по семейному бюджету. В Ульяновской области действуют сразу две льготные программы – региональная и федеральная. Представим, путевка в лагерь стоит 30 тысяч. Родитель оплачивает разницу между фактической ценой и суммой возмещения из областной казны. В этом году это 16 тысяч. Дальше немного арифметики. От 30 мы вычитаем 16, остается всего 14 тысяч. И как раз здесь подключается детский кэшбэк. Для того, чтобы получить возврат по программе детского кэшбэка, родитель должен оплатить вот эту вот, эти 14 тысяч картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. В течение 5 дней он получает еще 50% от 14 – 50. То есть таким образом путевка стоимостью в 30 тысяч рублей обойдется нашему родителю в Ульяновской области, например, в 7 тысяч рублей. Таирова Юлия скидкой уже воспользовалась. В прошлом году двоих своих детей отправила в туристическую деревню Артеково. Компенсация пришла в течение 3 дней за каждого ребенка. Сегодня девушка вновь заполняет заявление. С собой ксерокопия паспорта, свидетельство о рождении ребенка и справка из школы. Я отправила детей, и они были просто в восторге. И теперь вот тоже ждут с нетерпением начала летнего сезона, чтобы поехать в лагерь. Нам это очень понравилось, потому что это отличный, ну так скажем, бонус для семейного бюджета. Потому что у меня двое детей, и сумма такая уже получается возврат существенная. В этом году в области будут работать 27 загородных лагерей. Все их сейчас готовят к приезду детей. В Артеково и Березке ждут 2000 отдыхающих. А сейчас мы уже готовим программы интересные для наших детей. То есть у нас каждая смена, помимо наших мероприятий, еще проходят различные лазертаг, пьяные вечеринки. То есть все это в рамках смены проходит в каждой смене. Плюс мы сейчас уже готовим персонал, то есть полностью вожатых. Школа вожатых у нас своя, то есть мы сами их тоже готовим. Еще 4000 детей смогут отдохнуть бесплатно. Это касается ребятишек из многодетных и малоимущих семей, а также детей с ОВЗ. Все расходы в этом случае покрывает региональный бюджет. На выбор 14 мест. Наталья Пудовкина вот уже второй раз ставит галочку в заявлении напротив лагеря «Юность». Вот в «Юности» у меня сын в восторге. Прекрасные вожатые, кормят отлично. Добавки без вопросов детям дают. То есть дети никогда не голодают. Чтобы воспользоваться льготой к стандартному пакету документов, нужно приложить справку, подтверждающую статус семьи. Определиться с датой и местом отдыха для своего ребенка родители могут дома. Достаточно зайти на сайт «Лето-73», в разделе «Детский отдых», выбрать лагерь из списка возможных. После чего в течение 10 календарных дней принести пакет документов по адресу проспект Нариманова, 13, тем самым подтвердив свой выбор. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.